Нет. С добрым утром. Он же вроде этой волком был, этой собакой, нет? Чего? А. Я думал... он уши поменял, это явно. Барлок. Да-да-да, что-то не то. Ники, сознавайся, что за дела? Задонатил опять все. Не Сирик случайно вылетел? А, Сирика, что с тобой? Нет, я здесь. Ага, вот он какой. А что тебе не нравилось? Клёвые же уши были. Так, у нас Сирика потерялся. Ну, вроде обратно уши залогинился. Ну, клиент только вылетел. Да, да, давай ждем. Им такое в одиночестве надо ходит постоять. Плюшки еще никому не уже никому не нужны. А когда у нас это падка там рейд будет? Завтра. Ким, ты пока не будешь откатывать. Нет, другое дам, Галь, уже другое. Один и тот же подарок как-то не очень хорошо дарить. Вот так вот. Так, давайте Соу, Сирика подтягиваемся. Так, Ким пока не будет откатывать, но мы дождемся, соответственно, мнения Кира по этому поводу. Давай. Ну, либо у нас есть другой доброволец потанчить, может быть. Нет? Нету? Лак. Хорошо. Да кого-то надо заставить потанчить. Ну, как бы, Кира. Зачем? Был морально готов к этому. Вроде бы. Берега на землю. Сейчас я тебе скажу. Он у нее в принципе. Ну, Бен, Киликс и ты. Кто из них будет идти по откаткам, я, увы, не скажу. Так, у нас еще один полетчик. А кого? А кто у нас плюс один еще? Лакт? А не, Лакт здесь. А кто у нас еще плюс один-то? Ну правильно, правильно, нахер претенденты нужны. Ребят. Чё? А кто у нас еще плюс один-то? В канале? В канале нас 24. Кого-то в рейде не хватает, плюс один. Ники нам не хватает. Ники, ошибка 300. Нет, в смысле, здесь же только что был. Он написал в ТС, у него ошибка 3000, он сейчас зайдет. Блин, я только что его стоял, разглядывал. Он уже вылетел. Вот его слишком пристально разглядывал. Слишком пристально. Просверлил. Конечно, просверлил. Он взял внешку, поменял. У него уши такие клевые были. Взял на эти мелкие кошачьи, поменял. Что, счастьины под бафом взорвут, я так понимаю, этого босса. Ну, как бы, нам для откатывания нужен танк, 4 синих бафа, 4 варлока, 4 кота. Вот как бы вот, это вроде будет... Ты уже считал. Попка это круто, уже... попка это супер. Дар, ты же вроде считала уже, вроде уже всех хватало. А я не знаю, у кого сейчас сколько откатывало, и как бы кто там их готов докупать, кто нет. Кота 4 варлока, ну да, логично. Ну как бы там плюс-минус один синий баф или один баф лока мы, наверное, как-то переживем, в прошлый раз пережили. А вот без четырех котов мне, честно говоря, не очень хочется идти, хотя бы банально из-за третьего босса. Сейчас, если мы убьем его. Ну просто как бы у нас одна пати тупо не встанет. По-моему, это не очень хорошая идея. И тут, хорошо, давайте, ребят, свисточек, просыпаемся. У нас плюс один грейд. И мне кажется, или я наркоманю. Ты наркоманишь. Вакфо и Касси. А у меня все ок.
Пацаны, меня просто... Как твой, Игнатий, готовы? Грыжевок, все. Окей. Да. Раз, два, три, Ким, вперед. Има не Апсалар. Я его даже не бил. Разбегаемся по мобам. Добираемся у задней левой, ждем баф. Не все баф. Линии выходим. Так, обратно к задней левой. Красный по цветам, когда будет баф. Не все баф. Сейчас фаза, по-моему, не? Да, сейчас будет фаза. Красим. Ну, я сомневаюсь, что мы сейчас что-то накрасим. Ну, красный попробуем. Несколько. Он знает, что у него фаза, а вот все. Он немножко забыл, но это бывает. Молодцы. Задняя левая обратно. Не особо. Задняя левая. Готовимся к фазе. Приятно, конечно. 5-4. Красный, если можете, по цветочкам чуть-чуть. Не все баф. Так, а он что, реально забыл, что у него фаза? Так, давайте по мобам, по мобам, по мобам. Да ладно, серьезно, что ли? Да как же без вайпов, ребят? Моба, блин, не застанили, яйцо мое убили, что за хрень? Может, они яйцо с мобом перепутали? Я ждал. Да, я смотрю, в Акфу никто не бежит, он один такой после этого моба. Так, ну я поэтому было ритуальное жертвоприношение рейда, оно совершилось, теперь собираемся и нормально проходим. Вак, кто к тебе не бежал там, признайтесь? Вся пати. Бросили тебя на произвол судьбы. Ты же говорил, все хвастался, у себя на там все контроли. Ну так не 4 же контроля. Важно. Они подумали, что все 4. Че там, 2 стана, 2 прокида, 4 контроля. Да, аман, соло изи. А, Е, встать не можешь? Не, не могу. Ща мы тебя затянем. Пак, притянешь? В хильце надо будешь? Было подальше от котов, короче говоря, притягивать. Да-да-да, сейчас. Ага. Ребят, у меня реально в рейде пишет, что одно свободное место во второй пати. Я обманываю. Так, давайте свисточек. Все готовы, призываем петов. Раз, два, три, Ким, вперед. Мало.
молодцы. Обратный, задний, левый. Не особо. Опять подтягиваемся к задней левой. Не особо. Красим. Красный по цветочкам. Мабы. Готовимся к фазе. Молодцы. Задний левый собирается. Блять, опять мое яйцо убили. Да вы задрали. Я сейчас сдохну. Не собак. Я там откатил. Я немножко убили. Лу, у входа поможешь с контролем. Вход это 6 часов. Ага, окей. Сейчас попробую выжить. Не особо. Какой? Правый? Да, не правый. Правый. К сердечку носится. Красим, если есть. Сейчас стадия. Ну, за контролю иди к своим. Тут специально, сука, пробегает и мое яйцо лупит. Каждый сраный раз. Вот здесь вот контроля не хватило. Что-то лажаем, граждане. Где контроля не хватило? На 11. Ну, в нашей пати. Во второй. Раз. Ребята, не трогайте яйцо. Я пингвин несу яйцо. Если хочется. Ребята, у нас большая часть яйца... Господи, ряда, мальчики, не надо трогать яйца Кима, ему это не нравится. Кирилл, если тебе хочется потрогать яйца, потрогай свои. Может, его свои а уже потом, не устраивают. А потом понюхай, да, вот это. Древесные нотки, да. Странно, странно. Давайте маман никто не фармит. Схожу, подержу не за руиню, а на Рейна Кортес. Сиська сказано. Так, давайте. Цитата великих дестров, да? Да-да-да. Все готовы? Вызываем петов. Раз, два, три, Ким вперед. Так вот, второй рейд нас обгоняет. Будем отыгрываться на Мусонича. По мобам. Обратно задний левый. Турец был неплохо баф. Спасибо. С линии выходим. Так, задний правый собираемся. Красный по цветам, если есть возможность. Несу баф. Стадия сейчас.
Да. Бам-а-бам. Так, хорошо, молодцы, продолжаем в том же духе. Заднее, левое собираемся. Баф. Так, красный, если можете, по цветам. Красный возле задней. Мабы. Фаза. Давайте, ребята, вы сможете. Молодцы. Все, добиваем. Рики похиль. Не субав. Убей, убей шарка. А, Рики умер. Загвоздка. Так. Ну, с лутом уже не очень. Дарк. Нет. Это, видимо, не дарк, да. Так, ну чё, первая Сильвер у Братц. Спасибо. Два мастера клинка упало, лол. Да. Сильвера вроде какая-то сет собран получается, да? Как-то так. Ну, что значит это не очень? Так, опа. Мастер клинка, да. И одинаковых причём. Кого у нас нет второй? Ну, одну Киму, другую маньяку отдаю, как бы, всё честно. Хорошечно. Поздно. Ты ее в ряде не лутал, так что как бы. У всех остальных есть ким, у вас маньяком не было. Так, ну что, собственно говоря, серьга на молнию нам не нужна уже никому. Мы ее ролим на перековку. Это у нас все БМы. Аякаси, Апсалар, Соул. Все фарсы и кошка. А у Соула же есть... А, нет, у него же... У него есть тьма в виде дополнительной. Короче, считаю, Ким 1, Маньяк 2, Лакт 3, Якась 4, Апсалар 5, Соул 6, Ирика 7, Шугар 8, Медера 9, Юрец 10, Кошка 11. Кто? Тенджу там пишет. Сильвер, Миюка, Тенджу. У вас же серьга лед и воздух, нет? Денджу. Ну да. Я, ну, может быть, конечно, не права, факт. Да, ты ошибся. У нас третий босс серьга. О, бас. А я его тут еще. Первый босс у нас кольцо. Так, Костя 1-11 ролю. Что у нас выпало? 5. Так, раз, два, три, четыре Апсалар получается у нас. Градс со второй или это Так, окей. А и значки по три штучки. А обменника на сему нет, да? Так, 14 это кто, господи? Это... Грилька, да, должен быть. Грильки уже есть. Уже. 23 предпоследний. Миюка. И у Миюки есть, и у Миюки есть. Хорошо.
24, шугар. Ну, шугар есть. Короче, я так буду долго ролить. Да роли, роли. 15, это первый в четвертый. Ум, у Эвера есть. Нет, у Эвера нет, вот. Сейчас приду. 20, это первый в четвертый. Да, окей. Значит, одну 15, Эверу. Первый в четвертый. Да. Перца было. У Якаси, по-моему, не было. Это не так же случайно. 15-й. 15-й. Эй. Как он может быть в четвертый? У нас да, всего вот 24. Откуда что вы вообще цифру 15 взяли? Нет, я говорю, ты говоришь 15-й выпал. 12-й это конец второй пати. А 13-й, 14-й это ведьма, третья пати. 15-й Тенджи, нет? 14-й Тенджи, 15-й Сильвер. Нет? 14-й это должен быть второй с конца, это ведьма Гриль. 23-й это Миюка. Нет, ты говоришь, это Невер. Это Шугар. Я не права, поправляйте. Чё-то я не понял. У нее своя система. Как ты считаешь? Короче, считай, как ты считаешь, ну его нахрен тебе лезть. Все верно, я 14. Отлично. Так, сейчас запишу. Эвер 3. Понял, ну да ладно. Им 3. Что там, не забываем взять сундучки. Ты, получается, считаешь первая, третья, вторая, четвертая, правильно? Нет. А как тогда у тебя Эден Невер получился? А вот как у тебя, да, 15-м-то Эден Невер получился? Да, она, может, по табличке считает. Почему? Эден Невер это третий в третьей пати. Эден Невер это четвертый в первой. Эден Невер четвертый в первой пати. Короче, какая разница, надо достать всем, у кого еще было. Жесть, ну ладно. Я вот не знаю, я сейчас слушайте, пытаюсь вникнуть. Слушайте, вот на самом деле сейчас же проще читать эти таблички. У нас их настолько мало осталось людей без этих значков, что я сейчас задолбаюсь рандомайзер жрать каждый раз. Ну, так вот, я тебе о том же. Дэр, может тебе вообще по порядку тупо идти? Первый, второй и так далее. По-любому, так проще будет. Ну, хотели рандомайзер, мне не жалко. У нас все равно составы одни и те же. Так кого-то еще нету, Кошич. Вот не, ну если по табличке там просто и как это, вычеркнуть тех, кто уже получил, и нормально там рандомайзером будет в первый раз попадать. Да не, как бы, ну вычеркивать такое себе. Так просто, блин, по очереди идешь там, первая пати погнали. Это образное, блин, выражение. Так, блин. Сейчас. Там пати переставлю. Так, 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 так. Так, у всех пати, как они привыкли. Да. Всё, сейчас добегаю. Так, судя по всему, без меня все на месте. Давайте свисток. Так, Шарк, Тенджу. Да-да-да, я на месте. Готов? Окей. Раз, два, три. Астральщики вперед. Так, мобов бьют только танки, ждем. Танки, поехали. Бафаемся, начинаем бить. В Астрале только станом. Разбредайтесь обратно, помогайте снаружи.
Кто-то там не законтролил. Так, добивайте оставшегося. От центра отходим. Бафов ждем или пофиг? Сейчас откатится уже, наверное. Только вначале бафнули за минуту, меньше чем за минуту. Нет, минуту. Минута, да, извиняюсь. Думаю, его без бафа, я думаю, завалим, не? В принципе, как бы, да. Я 30 готов. Лямов на 24 так, тела. Давайте, короче, свисток, чтобы все поехали. Тут были. А зачем они бафнули? Нас обгоняют, поехали. Давайте, раз, два, три, вперед. Можем проиграть второму рейду. Да, нам, кстати, тоже очки упали. И кольцо на холод. Граца Яса. Гриша! Граца! Ура! Да. Бежал! Граца! Это подстава! Гриша! Поздравляем! Так, ну колечко мы сразу отдаем Аяса. Не переживай, будет тебе браслетик. Ну, Гриш. Так, Аяса, кольцо... Есть. Домажьте. Окей, так, мастер стихи номер 3. Окей, юрту. А, мастер духов номер 3. Колись, у кого нет? Нету, есть у всех. Король. Есть, у меня нету. Есть. Ну есть, но я сказал... Получали, а, не, я в смысле ролить буду. У кого ключики? Первое это Аяса. Хотя не, я ошибся. Быть. Я ошибся, сор. Чё ты ошибся? Все в табличке. А, все в табличке. Мастер тени 3. А, Стоулу. Ты можешь что-то не помнить, а бюрократия помнит все. Да. Ребят, очки, ставочки, пожалуйста, в голде. Ой. Так, ну, а так? Я, короче, я значки раздам уже тупо по списку. Вот один Лакту, другой Вакфу. А у нас это с прошлого рейда какая-то голда осталась, типа, нет? Да, осталась. Так, вы там пока думаете, вы будете 50 перебивать? Да пусть забирает. Они дешевле стоят. Сейчас я пока все равно раздаю. Так, где тут мастер тени? Три. Так, ну чё, 50 раз, 52, 53. Продано Еве. И у нас тут это мастер призыва. Так, сейчас я запишу быстренько Еву, чтобы мы... Гриш, ну чё, проморфил колечко? Нет. Зачем? Зачем, если мне нужна серьга? Шучу. Конечно, морфил. Меня все ждем. Или оп. Кима. Мне не жалко так-то. А, блин, они на складе, у меня пара кончился час назад. Да, я ж говорю, мне не жалко. Ну да, так, знакомые всё, слова. Так, сейчас переставляем патики и дальше. Стану-ка я в безопасное место. Так, 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 так. А я с Вакфу. Я о том же. Стану-ка я в безопасное место. Так, подождите, Ким, Вакфу, Сирика, Тенджу, Галя, Шарк. Эвер. Ну вот, а я его место не хотел.
Актос, Сугар Аяса, Миюка Сильвер. Может, мы на третьем забафаемся? Дарк, мы его сейчас не убьем, я боюсь за это, поэтому особо... А вдруг? Ну, если Апсалар горит 26%, ну ладно. Знаешь, я боюсь, что супчики это не исправят. Энергия солдата. Ну при всем. Вот энергия солдата может. Это как 15 СА, только 10 СА. Я знаю, что нам поможет. Вот это вот нам поможет. Счастливый мандал. О, да. Аяса. Я скушал. Да, я слава богу. Дайте доделать-то. Дайте доделать-то кольцо. Дайте стать сильнее. Все, Аяс делает кольцо, так что можно болгаться. Там еще люди добегают. Гриша, БМ откладывается, да? Да ладно, но БМ, это что там всего-то 160 эликов надо? На сферу. Аяса, давай. 170, не? Ну, я не считал 118, ой, и сколько сейчас там надо. Так, ребят, чек. Все готовы. Раз, два, три, танки вперед. Даем на агрить. Ники. Давайте начинаем бить. Айкасим. А чё происходит? Понапали с летом. На красном готовимся. Первый синий ловим. Красный станы. Откид. О, 28%. А еще 30 секунд. Вам в любом случае придется нас ждать. На красном готовимся. Первый красный. Станы, подкид. В стеночку оттягиваемся. Процентов, Федер. 5. У вас. У нас 16-29 ляма. Ну, да. Так, после реса даем Ники и Киму на агрид. Не бьем сразу. Бля, я встал нечаянно. Хорошо, бля, вакфу или лак на агрите. Да, сейчас сол на агрид. А, Ники, Ники. Чего? А сколько время? Давай, давай, бак. 3 секунды. Ой, а мы тут погибаем. Похильте нас. Понятно. Первый раз такой. Ба-бам. Топ крылья. О! Мне кажется, надо. Браслеты на стенах. И кольцо на землю. Да. Лут сегодня эпичен. Эпичен, да. Друг вошел в игру. Ну,
Хотя бы есть энергия. Давайте. Ну, вот это хорошее. Это не сильно. Энергия одна упала. Галь, тут набор скрижалик на тебя. Там, наверное, у нее уже по фулу все заточено. Все криты, все с этим самым флоу. А, мастер призыва пятая. Ну, Галя, куда им ее девать? Ты единственный дестер. Бери. Так. Да, ты думаешь, она у Евы и у Лу нету пятый. А, окей, Лу, да, у нас же. Брат с Лу. Второй скрижалькой. Так, ну окей, чё, энергия. Я жду двумя. Ведьма, Юрец, Лу, кто готов делать или все готовы? Боя, да? Ты готов делать? А Юрец что, не готов? Я не знаю, молчит. Юрец, ответь что-нибудь. Блин, ну ты сейчас... Да, готов. Тоже ролить, да? Плюс ставь, что-то, блин, это... Пушка выпала настолько редкая, а ты это... Пах, Грац, Лу. Вот два. Поздравляшки. Так. Грац. Улу, пушка есть. Улу заодно есть и набор энергий. А как Ули, чё там? Маньяк-то вылетел. Я знаю. Так, Лу, я скрижальку... одну распечатанную как Улю я беру себе. Мне надо две в сумме взять. Да еще одна будет. А, кольцо на землю. Кольцо на землю. Так, поправляйте. Аякаси, Апсалар, Соул, Ники, Ева, Эвер, Лу, кошка. Возражения есть? Возражений, судя по всему, нет. Хорошо, считаю. Раз, а можно два... мне не ронить? Что? Я лучше на ветер буду брать дополнительно. Ой, я тебя очень плохо слышу. Это не дополнительное, это бежа на прорыв. Основой. Да. На Японии, кстати, завезли недавно. Так, сейчас. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Я в сумме насчитала. Давайте 1, 8 по табличке. Что у нас там выпало? 5. Тайм. Раз, два, три, четыре, пять. Играть Ева. Так, их значки. Один внутри Ники, три Еве. Так, три. Второй что, третьего убил, нет? Стоят на нем. Ты все распределили? Они распределяют или что? Там полутмер вылетел. Так, на Мусон у нас есть какие-то великие издаления? Пока все делаем как в прошлый раз, и было нормально. Заливаем, я думаю, как в прошлый раз. Ох, на второй пилет добьем, да и пойдет. Маньяк, ты опять вылетел. Да, маньяк. Я еще не заходил. А, ты еще не зашел. А, у него же калькулятор. Угу. Маньяк рассказывал, как он в тренировочной комнате смотрел, как танчит ворона. Так, говорит, лучше, чем Кир. Кто, этот? Манекен? Да, пипицу ровно держит. Этот зараза, короче, телепортируется на те места, где он должен стоять. Это читерство, у БМ нет таких скиллов. Тут вопрос из зала. Готовы ли Миюка, Ева и Лу уступить восьмую скрижали? Кому? Ну, Тенту, не. Соответственно. Я ещё не уступлю пирожочка. Нифига. Как, вот вопрос к котам, мне пофиг. Хотите, будут ролить. Хотите, уступить.
да, Ева готова. Нет, я не готова, вы что? Хорошо, Миюка и Лу. Миюка. Миюка курит. Миюка курит, окей. Прокурил он свою скрижаль, короче. Молчание, знак согласия. Чё-то типа того. Так. Так, Лак, ты в первой пати, я просто не могу с маньяком тебя поменять. Сейчас лишние метки сниму. Что, ждем? Ждем. Это сегодня нам палкой, не очень побежу с фартилом. Одна, по сути, полезная. Реально. Шесть третьего, 5-6 третьего. С этого 6-7-8. А, маньяк, скажи, как зайдешь? Угу. Немного. Так, я сейчас на всякий случай сама проверю и напомню. Вот. Так, значит, у нас первый уходит в астрал Тарка и Якаси. Эдар, я тебе прямо закинул. А, да, 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 я просто табличку смотрел, извини. Так. Тарк, Якаси, Аяса, Ева. Ведьма Апсалар. Вы это помните, да? Что? Ну, трилог, вы помните, что вы на 86 уходите в астрал. Угу. Хорошо. А, да, Якаси, ты уходишь на 86 вместе с Шарком. Вроде как да. Это он, наверное, не про то подумал. Да, на 86. Да, на 86. Ну, не знаю, в табличке у нас так записано. Нет, под первым он, наверное, понял, да, первый на 26. Говорю. А, не-не-не, на 26 все. Короче, если мы вообще доживем до 26, что не факт. Ухожу первый я. Да. Именно так. Сунда, этого мага должен там Миюка, разорвать. Ты вернулся? Тут сколько вопрос из зала от товарища Тенжу. Готов ли ты ему уступить восьмую скрижаль, или вы ее будете ролить? Для фуллсет. Спасибо. Принято единогласно. Лишь бы она выпала теперь. Теперь у нас проблема, лишь бы маньяк добежал.
Большие опасности его поджидают. На пути. Спутаться он может. Что, эти, драконьи тропы? Блин, мне это, темная вода вспомнилась, мультик. Эвер, сейчас тебе люди с огнебежой объяснят, что такое невезение. Ты смотри. Сейчас бы горевать, да. Люди с отсутствием огненной бежи объяснят. Сейчас вам Гриша пояснит за отсутствие лед бежи. Не, ну у нас сегодня прогресс, у нас осталось всего два человека в ряде без бежи. То есть как бы мы стремимся к какому-то большому и светлому. Рулишься. Перышек так и не хватило. Так, ну я смотрю, маньяк почти с нами. Да уже. Сейчас еще буду. Так, ну чё, давайте, ребят, просыпаемся. Просыпаемся. Равно мало. Я дыру, у меня плюс. Так, скипнул Грилька случайно. И Кася, отзовитесь. Плюс, говорю, у меня. Так, ну... Ладно, будем считать, что готовы. Вызываем петов. Раз, два, три. И вперед. Позиция. Я вас обманул, угнус. Теперь по позициям. Макс, это не твоя позиция. Да? Опять я напутал. А где моя? У меня что-то фризит, ребят. Я вроде бью, а вроде нет. Да можешь полежать. Нет, я предупреждаю, что с приморозкой. 8 умер. Да, 4 почти умер. 12 умер. Ты тоже умер. Не бей. Метки. Момент, когда уже не надо говорить. Да ладно. Надо, надо. Нет, контроль, говорить астрал не надо, а вот у нас два трупика. Метки. Чуть дальше тенджика унесите их. Не бейте. Станем. Метки по дальниками аккуратно. Не бейте. Метки. Не бейте. Ну что такое там? Сплошные крутилки. Угу. Блин, чё на мобах-то фризит? Ребят, сплы вообще не жмутся. Да чё-то тоже фризим. На 12 убили.
это 4, добиваем. 8 спасите за приманку. Помогаем там. Убили на 8. Метки. Метки. Станы. Метки. Не бейте. Опа. Про метки. О, не лопаются. Град с дальника. Две на дальников. Обалдеть. Все, давайте. Ну ладно, сейчас я все линкану. Соблюдем традицию. Обрадуйте Тенджик. Один. Жесть. Могу обрадовать кошика. Ему две скрижальки. Тенджика не могу. Ну близко было. Да. Так, давайте начнем с приятного, да? Мы раздаем раз энергия Гри, два энергия Юр. Град всех спушек. Да, все эти ДДшники обслужены, да, там? Да, ДДшники у нас все обслужены. И ДДшники, и милишники. Костюм затянется с голды? Нет, не интересно. Так, давайте, мастер тени, восьмая. Пять есть у всех? Ну, я уже получил вторую. Да, я знаю, что ты получил, не переживай. Костя, один, три. Чё там? Чё там, чё там? Па. Па Апсалар. Ты столько сегодня всего второго получил? Семь. Кошка. Записываем этих у него, этих у него. Так, какули я запечатанные забираю на будущее. Так, монетки нас достают просто по списку. А Лу, я отдаю сейчас 6 монеток, записываю 5, мы ей одну распечатанную не додали. Так, отлично. И последние торги. Пожалуйста, ставочки в голде. Невер ворвался, смотрите-ка. 200. 200 раз. 220. Тенджо поставил. 250, да. 250 раз. 252. 253. Хорошо. 300 раз. 10 раз. 10, 2. 10, 3. Продано Эверу. Ну, сейчас одну голдишку поделим. Так. Эвер, с тебя 310 голды. Кинь мне трейд. Я найду сначала. А я рядом с тобой. А, вижу. А вот теперь попробуй найди меня, да? Блин, сейчас подождите, я чар включу. Я по маленькой белочке. Ну что, давайте делить.
Скажу, что у нас получилось по сумме. Во сколько мы первого убили? Первого мы убивали долго. Дольше, чем Мусона. Мусон? 5 с чем-то так, минут. Так, 23.69 у нас получилось. Так, я вот отхожу, сейчас на себя поставлю какую-нибудь меточку. Здесь по порядку, лу. Ну, если, допустим, что мы начали где-нибудь в 20-25 минут, то мы меньше, чем за час пролетели. Так, Еф. Примерно минут 50. Блин, у меня стойка забагалась. Я тут в сторонке с черепом прыгаю. Кирилл, смотри. Ась, что я должен видеть? Я юзаю поступь и ищу выпады. Сразу же, моментально. Ты юзаешь, ты просто бежишь. Видишь, я атакую на ходу. А, нет. Так, отходите, пожалуйста, как взяли. Не, вот такой баг мне нравится. Спасибо. А Яса? Лактос. Видал, да? Так я вам обычно, как всегда, это совместно. Ага. А Шарк? Шарку, кстати, меньше надо давать. Угу. Сильно, конечно, но меньше. Всем спасибо за просмотр. Всем спокойной ночи и удачного фарма.